Побольше света, Саша, света! Любовь, страсть, расставание, муки, разлуки и снова любовь. Все просто и все сложно. Актеры настолько вживаются в роль, что каждый эпизод зритель проживает вместе с ними. Антонина Чернова на сцене всего 2 месяца. До этой роли она исполняла только песни. Когда я узнала, что надо будет играть в спектакле, где ставит московский режиссер, я поняла, насколько это серьезно, и очень боялась, что я не оправдаю ожидания. Но в ходе репетиций я не опустила руки. История двух слепых, которые находят друг друга спустя 20 лет, необычная и трогательная. Она наполнена чувством разочарования и любви. В спектакле звучат песни на английском, французском и чувашском языках. Любовь, само слово, я думаю, какая разница, что англичане, что француз любит, что она. Это мужчина и женщина. А какой национальности? У любви нет национальности, поэтому для меня, а так как я ставлю все-таки в национальном театре, очень хорошие вот эти вот нотки, они хорошо очень вписываются. Именно национальные нотки, они как бы дают такую краску очень хорошую. «От любви до ненависти» – 5-й авторский спектакль режиссера Владимира Беляйкина. Он уже успел поработать во Владимире, Волгограде, в Брянске, в Москве и других городах страны. Каждый такой спектакль проходит на ура, отметил режиссер. Работая чувашских актеров, он остался доволен. И это взаимно. Это совершенно другая культура, другой ветер, другое восприятие, да, другое вдохновение, другая сила, другая кровь, все другое. Поэтому мы этому очень рады. Ольга Алексеева, Мальвина Петрова, Бахтияр Велиев, Республика.